Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и сегодня мы посмотрим миссию «Долина смерти» на уровне сложный. Я опять играю за медика, команда у нас состоит из 4 человек, штурмовика у нас нет, поэтому я не знаю, кто будет давать нам патроны, но я надеюсь, нам и хватит до следующей контрольной точки, а там уж кто-нибудь, возможно, к нам и присоединится. Постепенно готовимся мы выгружаться, вон кто-то нас уже встречает. Медик другой побежал вперед. Да, у нас команда состоит из 2 медиков, одного инженера и снайпера. Но я думаю, мы с медиком разделимся. Я буду лечить инженера, а он пускай лечит снайпера. Я думаю, так будет разумнее всего. Тем более, инженер мне будет устанавливать броню, я на это надеюсь. Почему-то не могу я попасть в противника, хотя стреляю точно ему в голову. Не знаю, наверное, пистолет кривой. Так, инженер у нас умер. Сейчас я его попытаюсь реанимировать. Так, отлично. Давай, чувак, пока не сливайся больше, я тебе восстановлю жизнь. А, блин, кто-то по нему продолжает стрелять. Ничего, он мне броню тоже подлечил. Пока не буду спрыгивать вперед, пока не убьем всех врагов. Так, ну я вижу, кто-то у нас уже побежал к зданию. Я надеюсь, он не умрет там, да? Это медик. Попробую я все-таки того снайпера гранаты сбить. Ех, у нас медика свалили. Нет, из рубляка я, конечно, не убью. Надо бежать вниз. Как раз тем более его убили, а воскресить-то могу его только я. Так, на тебе, сука. Так, как их много-то тут? Фу, ну слава богу, дробовик у меня мощный, хороший. Ну, в принципе, не суперский, не самый, наверное, модный, но нестандартный. В смысле, не тот, который дается при начале игры. А пока я в стиле, наверное, лучших боевиков про Арнольда Шварценеггера спрыгнул с 2-этажной высоты и расстрелял врагов, спас товарища. Кстати, кто не знает, Шварценеггер согласился принять участие в 5-м Терминаторе, сыграть Терминатора, но если только сюжет будет достойный, но я думаю, что создатели стараются что-нибудь придумать стоящее, по крайней мере, на уровне хотя бы, ну не хотя бы, а на уровне 2-го типа Терминатора, потому что он самый лучший, я думаю. И Шварценеггер, конечно, сыграет, потому что он уже не губернатор Калифорнии и имеет право выступать в роли актера, сниматься в фильмах. Ну и пока я, в принципе, отходил от темы Warface, делал такой маленький анонс Терминатора 5, у нас появился свой киборг. Не знаю, как будем с ним справляться, патронов у меня осталось, в принципе, по-моему, только в дробовике. Остальные игроки тоже не спешат, наверное, убивать Джаггернаута. Как отсюда я, конечно, попадать буду в него, не знаю, он все время поворачивается в мою сторону. Да, не успел я попасть в энергоблок. Так. Да, все равно не успеваю. А он, кстати, в меня попадает. Ну, в принципе, тут листы простреливаются, это неудивительно. Так, ну, ребят, ну давайте как-нибудь сориентируемся, что ли. Я буду, пока он на меня стреляет, я его буду отвлекать, а вы по нему стреляете. Снайпер, ты что там? Вот, слава богу, удалось попасть, раз жизни почти не отнял. Так, ну, кто там? Давайте опять огонь на себя переманю. Куда-то он пошел, не в мою сторону. Так, ага, значит, он все-таки смотрит в мою сторону. Кто-то мог бы уже давно сзади забежать и пару раз стрельнуть. Так, пока перезаряжаюсь, я попробую попасть. Черт, не попал, надо быстрее забежать, иначе он убьет меня. Так, черт. Ага, все, попадаю, надо быстрее стрелять, сколько получится. Отлично, отлично. Фу, кто это наверху? Так, у инженера мало жизни, но я надеюсь, он не будет высовываться, мозги-то у него есть. Попал сейчас, но я, в принципе, в предыдущий раз немало у него жизни снял, у Джаггернаута. Наверное, где-то 1/5. Так, черт, как шустро он вертится в мою сторону. Ничего, что-нибудь придумаем. Так, он перезаряжается. Так, еле-еле я в него попадаю, один раз. Попал, жизни особо не отнял. Так, ну, в принципе, нужно что-нибудь придумать, какую-нибудь тактику. Кто-то там просит патронов, ну... Чувак, откуда же я тебя их возьму-то? Я же не штурмовик, ей-богу. Так, ну, надо что-то делать. Здесь мне, наверное, отсиживаться бесполезно на этом месте. Сейчас нужно попробовать пробежать как-нибудь вперед при удобной возможности. Так, подлечимся. Перед рывком-то. Так, где он там? Ага. Пока все-таки я не рискую вперед вырываться. Но сейчас можно попробовать. Так, отлично. Без повреждений обошлось. Ну, теперь можно вот дрючить гораздо
сильнее, потому что я могу стрелять только с дробовика, а он эффективен на ближних расстояниях, так что эта перебежка, я думаю, была неизбежна. Ну, как видим, я уже неплохо по нему попадаю, кто-то тоже в него стреляет. Не забываю подлечиваться. Так, чувак, ты перезаряжаешься, ну давай делай это почаще. Меня стрелять не надо, зачем ты мне половину жизни-то отнял? Так, о, ех, ты идешь сюда, нет, сюда не ходи. Сюда не ходи, туда ходи. Черт, он, наверное, обиделся. Практически убил меня, но ничего, медик, я думаю, подбежал, ведь я же его воскрешал, я думаю, он бы сделал для меня то же самое. Так, где ты там? Как прикольно, кровь в воздухе застыла. Ну ладно, не буду заострять на это внимание. Надо сосредоточиться на Джиггернауте. Так, блин, я думал, он перезаряжается. Так, у снайпера тоже мало жизни, но ничего, он там засел. Сиди спокойно, наверное, у него нет патронов. Пока я в очередной раз выбежал, стрелил Джиггернаут. У медика мало жизни, пускай он тоже устанавливается. Ой. Так, ну когда что перезаряжаться начнешь? Ну, уж неприлично. Так, отлично. Перезаряжаешься. Давай, на тебе. А, кто-то бросил гранаты, но, в принципе, они неэффективны против джиггернаутов. Вот, лечись, и тебя я тоже подлечу, не боись. Так, ну и снайпер, вижу, бежит к нам. Тоже его нужно лечить. Вдвоем с медиком мне оставаться на пару не хочется. Мы же все-таки медики, а не педики. Нам в паре неинтересно. Так, ну Джиггернаут остался меньше половины жизни. Так, медик пытается его отвлекать, но он, конечно же, умер. Черт. Так, ну надо быстрее, в темпе. Давай, братиш, вставай. Неплохо. Меня тоже он покосал. Так, сейчас я вылечу снайпера, потому что не надо так рисковать, чтобы опять потом бежать к нему реанимировать. Так, ну медик опять что-то там вокруг него вертится. Наверняка ничего сделать не сможет. Также гранат перезаряжается. Ну могу хотя бы выбежать, дефибриллятором ударить, если у тебя патронов нет. Не получается ко мне, у меня зайти ему со спины. Чертов робот. Блин, сейчас был неплохой момент, но медик помешал выстрелить. Так. Ну, в принципе, я сейчас на это внимание обращать не буду. Наверняка я тоже и в медика попал. Так, ну он лечится. Все нормально. Джиггернаут осталось мало жизни. Я думаю, сейчас с ним разберемся без особых проблем. Если только вдруг что-то экстра не случится. Отлично, он перезаряжается. Пора стрелять. Блин, как жалко, что я первый раз не попал. Сейчас бы наверняка его убили. Ну, в принципе, так мы с ним, наверное, справимся. Отлично. Убил он и медика, я убил Джиггернаута, но то, что медик помер, это не страшно, так как произошла контрольная точка, он воскрес. Джиггернаут, я надеюсь, не воскреснет. Так, как кто-то нам тут взорвал дверь, мы можем спокойно убегать. Пострелял я пока по головам из пистолета, неплохо, два хэдшота. Ех, кто-то медика избивает. Так, ну, щитом-то не прикрывайся, я тебя все равно сейчас вынесу. Так, медик, ты пока полежи. Отлично, там кто-то меня целит, снайпер. Я как машина расстреляна-то. Так, ты, отлично, инженер ему помогает встать. Так, я себя подлечу, себя любимого. Что же инженер так посередине дороги-то встал? Ну ладно, вроде никто не стреляет, я снайпера подлечил. Так, ну, собственно, можно опять бежать за очередными приключениями на свою жопу. Лезть вперед. Наверх я подниматься на крышу не буду все-таки. Какой-то мало жизни там. Так, инженер просит восстановить ему здоровье. Я, конечно, пойду ему навстречу. Враги, кто-то побежал за пулемет. Не, чувак, я тебя сюда не пущу, конечно же. Зачем мне это? Так, есть кто тут? Есть тут кто? Черт, ракетчик. Больше всего не люблю в этой игре ракетчиков. Даже я не столько джиггернатов ненавижу, как ракетчиков. Потому что чаще всего они тут расположены на крышах. А особенно играя за медика, если у тебя еще мало патронов в пистолете, тебе приходится пытаться попасть из них... в них из дробовика, и это очень трудно. Вот, поэтому... Ой, как я не люблю ракетчиков. Надеюсь, их тут больше не будет, да? Ребят.
Так, ну, в принципе, очередной джаггернаут. Я играю в эту миссию первый раз, скажу вам честно, я не ожидал, что будет второй раз. Наверное, я сглазил, сказав, что высказал свои надежды по поводу того, что джаггернаут не воскреснет. Ну ладно, положили первого, положим и второго, и третьего, и четвертого, и пятого. Хотя я что-то уже, наверное, загнул. 5 джаггернаутов это многовато. Даже, наверное, для двух частей миссии в общей сумме. Отключу инженера. Так, ну медик на той стороне дежурит, хотя он один, ему лечить некого, но пускай хотя бы просто отвлекает на себя внимание. Но все равно... Блин, почему же гернаты в этих миссиях принципиально смотрят на меня, не отворачиваются? Вот я играю не за медика, а на педик, за педика, а они тоже голубые. Ну, я не голубой, если что. Так, ну смотрите, он упорно шмаляет. Эх, у нас медик умер. Так, нет, все-таки я пока сейчас не побегу, пускай джаггернат начнет перезаряжаться, я побегу реанимировать. Ну давай, джаггернат, перезаряжайся, ну чувак, ладно, не буду тебя ждать, давай быстрее, только не убей меня, медик. Я тебя прошу, не умирай, я тебя прошу. Черт, не смог он не умирать. А я, конечно, немножко в жопе оказался, и джаггернат смог по мне стрелять, и враги тоже попадали, потому что камни какие-то были такие не очень высокие, но ничего, я успешно добежал, снайпер меня прикрывает, я за этому... Установлю жизни. Так, но теперь нам придется воевать втроем, как в принципе и в предыдущий раз. Только тогда у нас умер инженер, осталось два медика и снайпер. Но теперь придется воевать таким составом. Посмотрим, что получится. Я надеюсь, все-таки мы не умрем, потому что обидно было бы. Так, ну и как поступить-то мне? Ну я, наверное, пробегу к этому зданию, буду аккуратненько заходить. Все-таки инженеру надо жизни подвосстановить. Вот так, от укрытия к укрытию ширяться. Джаггернаут меня заметил. Зря я в него, конечно, пострелял, потому что он был не ко мне спиной. Я бы все равно не попал. И вот сейчас я хотя бы попал. Полной жизни у меня нету. Становится джаггернаут жизни практически полный, но вы это сами видите. Блин, сейчас я не попадаю. Так, и сзади кто-то стоит еще. Смотрите на карту. А где? Кто стреляет из дробовика, но не попадает во мне. У меня только куски земли в лицо летят. Так, у инженера меньше половины жизни. Как-нибудь надо к нему подлезть аккуратненько. Так, джаггернаут вертится в разные стороны. А. Так, ну, не попал. Я помешал этой деревянной балке. Блин, обидно. Хотя только один раз попал. Джаггернаут продолжает вертеться по кругу. Надеюсь, он нас по этому самому кругу не пустит. Мы его повалим. Так, но все-таки меня беспокоит инженер, как надо к нему пролезть, потому что, не дай бог, пара неточных попаданий, вернее, наоборот, точных. И потом мне уже придется в экстренном режиме к нему прорываться. Так, сейчас пока, мне кажется, более неудачный момент. Я пробегаю. Фух. Так, инженер, ты давай только опять не умри. Я пока, слава богу, один еще ни разу не умирал в этой миссии. Но я надеюсь, я не сглажу. Так, установи мне броню хотя бы частично. Спасибо, инженер. Так, джаггернаут опять вертится в мою сторону. Смотри ты что. Так, ну пока перезаряжаешь, я сейчас тебе за все воздам. Так, у него, по-моему, меньше половины жизни. Инженер опять умер, ну блин, попросил же. И опять джаггернаут по мне стреляет, черт. Но, в принципе, знаете, броня меня сейчас, наверное, спасла. За это тоже инженеру отдельно спасибо. Так, его я подлечил, пока джаггернаут перезаряжается, я ему сейчас как можно больше свинца всажу в его синий глаз. Хочется сказать, почему шоколадный, но это будет глупо. Хотя, может, и шутка про синий глаз тоже глупая. Хотя, да, глупая. Не буду я больше говорить. Так, подлечимся. Инженера подлечим. Так, джаггернаут половину жизни, даже поменьше теперь. Вот теперь точно меньше. Так, он перезаряжается, надо на рожон лезть. Да, отлично. Хотя только один раз попал, но попал я так смачно достаточно. Одна треть жизни у него где-то осталась. Мы с инженером неплохо работаем. Мне устанавливали броню, я ему жизни. Такой у нас симбиоз. Только мы друг к другу не присасываемся, в отличие от бактерий, живущих в симбиозе. Так, ну, так он удачно ко мне спиной стал. Я уж его дробовиком пошатнул. О, моя любимая перезарядка. Можно опять подрючить его. Один раз я попал. Жизни у меня осталось мало. Я думаю, таким темпом мы сейчас игру... Ну, не игру, а...
первую половину миссии пройдем, потому что я надеюсь, что дальше третьего джиггернаута уже не будет. Будет вертолет, который нас успешно повезет на вторую часть миссии. Что уж интересно, мне там будет. Мне интересно, что там будет, потому что как бы... О, отлично, инженер резанул его ножом. Вынес. Мне интересно, что там будет, потому что если уж тут два джиггернаута было, то там, я надеюсь, не два грома будет на открытом пространстве. Так, ну, я надеюсь, врагов снайпер снимет, да? По-моему, он уже их снимает. Да, я оказался прав, он их подстреливает. Инженер у нас побежал вперед, он, в принципе, делает правильно, потому что если даже мы сейчас все умрем, он благополучно добрался до вертолета и сейчас спокойно улетит на вторую миссию, но там контрольная точка, мы воскреснем. Так, кто-то там... Ха, я попадаю из него с дробовика. Прикольно. Так, он аж упал. Так, давай, чувак, вставай, пора умирать, отлично. Не думаю, что можно убить дробовика на таком расстоянии, но... Интересно. Я это запомню, буду, наверное, в дальнейшем использовать, потому что пистолет... Я патроны от пистолета трачу довольно быстро. Они у меня летят как семечки. Так, ну, мы благополучно восстановились к нам. Я смотрю, присоединится штурмовик, так что будет кому отдавать патроны. Теперь не обязательно ждать очередной контрольной точки, чтобы пополнить свой боезапас. Так, ну, собственно, посмотрим, что сейчас будет. Вы наверняка уже половину знаете, кто смотрит этот ролик, но я еще расскажу, играю в миссию первый раз. Поэтому для меня тут все будет неожиданностью. Так, никого подлечить не надо. Как вы, чуваки, классно выбежали. Даже никто попадание не получил, кроме меня. Уханулся я немного на общем фоне. Ага, вертолет. Так, эх, нас тут уже ждут. Ну, в принципе, меня везде ждут. Так, никак не получается попасть в голову чуваку щитом. Отлично, попал. Его добили. Так, вертолет. Ну и что, собственно, с этим вертолетом-то делать? Ага, я вижу, можно подобрать гранатомет, значит... Да, надо его сбивать, но, слава богу, хоть на вертолете брони нету. Сейчас попробуем с ним справиться, не знаю, получится ли у нас или нет. Хотя, в принципе, если смотрите этот ролик, значит, у меня получилось. Я не буду таить, пытаться создать какую-то интригу, потому что... если получилось, значит... Если вы смотрите этот ролик, я эту миссию прошел. Иначе бы я бы ролик не стал заливать. Попытаюсь схватить гранатомет. Чуваки, подвиньтесь. Отлично. Впервые в этой игре буду стрелять из гранатомета. Посмотрим, какой... Главное, чтобы первый выстрел был удачный, тогда все дальше будет удачно. Отлично, я попал. Единственный, значит... не зря я взял в руки гранатомет. Так, ну и понятно, значит, надо подбивать вертолет. А еще какие-нибудь враги будут убегать и нам мешать. Так, ну, я по ходу дела всех еще восстанавливаю и буду из гранатомета еще пытаться стрелять. Но в первую очередь я буду следить за жизнью своих игроков. Так как второй медик как-то работает не очень, по-моему. Не слежу я, конечно, за его работой, но все-таки. Так, сейчас еще раз попробую попасть. Ага, второй выстрел тоже был удачный, но как-то немного у него жизни снимается. А вот у штурмовика почти жизни нет, надо его быстрее воскресить. Ой, что я говорю-то? Нужно воскресить вот этого чувачка. А, это медик. Ну, как я говорил, медик нехорошо работает. Вот у меня вот полная 100 из 100, поэтому я могу воспользоваться дефибриллятором. Так, инженер, куда же ты от меня отбегаешь? Я тебя жизни хочу восстановить. Ну вот, видишь, если бы я за тобой не побежал, сейчас бы умер. Тоже тебя вон, попадаю же. Так, я думаю, нужно тоже взять гранатомет. Я два заряда там выпустил. А, ну контрольная точка, ну... Значит, отлично. Джиггернатов кто сложнее убивать. Конечно, может, сейчас 30 врагов нас возьмут в кольцо и зажмут, поэтому тогда-то будет, конечно, сложнее, но пока все довольно-таки легко и просто лечить. Я успеваю. Второй медик тоже делает вид, что лечит. Буду я его критиковать открыто, может, даже и напрасно. Но пока я все-таки лечу и стреляю, а он что-то просто бегает, отдыхает. Так, штурмовика я тоже подлечу. Я всех подлечу, мне не трудно. Ну, главное, стреляйте. Так, возьмем еще раз ракетницу. Так, где вертолет-то? Попробую забраться наверх, осмотреться. А, вот он. Не попал я.
Блин, наверное, если бы попал, то сейчас бы его уже убили бы. И сейчас-то я не попал. Так, ну, дробовик его никак не задевает, не колышет. Так, отлично. Значит, подкрепление в пути, вертушка сбита, отлично. Ну, я как понимаю, на нас повалили толпы врагов, да? Нам только осталось продержаться. Так, штурмовик вроде у него 3/4 жизни-то есть. Так, где же вертолет? А, вертолет уже вон летит. Я думаю, мы миссию уже прошли. Так, небольшое сопротивление нас встречает, но даже я тут кого-то убил. Неплохо. Так, кто это там по мне стрельнул? А, вон ты где. Так, куда упал там? Ну ладно, я тебе гранату брошу. Лови. Ну не я его гранат убил, а вроде инженер. Неплохо, ну давай забегай, чувак. Миссия, я думаю, пройдена. Ну да, миссия. Прошла прошли, вторая часть была несложной, хотя в первой же гранату не пришлось повозиться. Вот такая вот миссия Долина Смерти. Была она не особо трудной, но мне она понравилась, я, возможно, еще ее раз пройду. А пока с вами был Лестер, до новых встреч, до свидания.